значение буквы «Ю» символизирует упрямство и настойчивость, взрывной темперамент, непредсказуемость, желание выделиться из толпы, стать центром внимания. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Иногда носители этого имени способны к довольно жестоким поступкам. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Главные качества личности – дисциплинированность, последовательность, реализм, авторитарность, способность к проявлению физической и моральной силы и высокой концентрации всех резервов организма. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Эти люди стараются преодолеть все проблемы и препятствия, опираясь на твердую волю, выдержку и, как мы уже говорили, огромные амбиции. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Светлый ум, решительность, работоспособность и умение сохранить хладнокровие в любой ситуации облегчает им путь к успеху. Буква «Ю» в этом имени дает гибкость мышления. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.